Первая конструкция – это простое исключение. Это когда есть какая-то фраза, и вы из нее берете и убираете вообще все незначимые вещи или все какие-то нюансы, которые могут помешать достижению вашей цели. Мой любимый анекдот на эту тему. Мужик там, в застойные времена возвращается домой с командировки на поезде. Что-то устал, уработался, там, не знаю, поезд 3 часа ночи, он очень заходит, падает в купе на нижнюю полку, засыпает. Ничего не охота. Утром просыпается, так, хорошее настроение, отоспался, мы там ехали сколько там суток, там, двое или трое. Смотрит, и с полки сверху, на двух других полок ничего нету, с полки сверху такая симпатичная женская ножка, в общем, спускается. Он к этой ножке пристраивается, и время начинает течь как-то все интереснее. А тут скоро родной город, а тут скоро, и в этом городе встречает, в общем, родная жена, а это, в общем, не очень желательно, потому что это, в общем, вот, у нее, в общем, уже все хорошо. А сотовых тогда не было, этих пейджеров не было, поэтому на каком-то большом полустанке мужик выходит, бежит на телеграфный пункт, отбивает домой телеграмму. Ехал поезд, подвернулась нога. Лежу в постели, обнимаю, целую. Ни в одном пункте не соврал. Все абсолютно честно. Ну просто вот некоторые детали так вот. И удалил. Соответственно, когда вы используете шаблон простого исключения, вы просто какие-то детали и нюансы и подробности, которые могут помешать вам в вашей работе, вы удаляете. Большинство людей этого не заметит, потому что вы обратите внимание, мы не можем общаться, полностью передавая абсолютно всю информацию. Мы все равно какую часть информации отбрасываем. И здесь вот просто вопрос в том, что вы отбрасывали полезную именно, ну, как, там, ту информацию, которая вам не нужна, которая будет мешать достижению вашей цели. Простым исключением понятно? Следующее – это неопределенность.